Хей, йога, с вами Шумики. Сегодня мы продолжаем пройти игру под названием Slayer. Так, мы прошли, мы уже очистили, получается, с вами два места. Это Нагорье. Кровавые земли. У нас старый город еще закрыт. И канализация закрыта. Ну что, погнали. Волчий лес. Волчий лес. Давным-давно могучие волки защищали эти волшебные леса, но с тех пор земли прогоркла, а мирные создания леса ныне осквернены злом. Предание рассказывает о великом духе, живущем среди деревьев, однако ни один из искателей приключений, спустившись под сень лесом, в поисках его мудрости не вернулся назад. Но даже так можно посмотреть, типа раз, два, три... 4, 5. Ну, 5 локаций. Волчонок. Наконец-то ты снова здесь. В спектакльных материалах мне были видения о твоем прибытии. Мы разговаривали едва ли мгновение назад, Карга. О да, конечно. Старость замутнила мою память. Ох, как много было Вильдерс. Вильдерс? Что за безумные речи вновь? Не слушай мои бредни, угрумец. Боюсь, я перебрала варево из костей и грибной похлебки. Пойдем со мною к моей лачуге. И тебе представят шанс доказать, что ты достоин уготовленная тебе водара. Оставь при себе свою щедрость, безумная старуха. Мне не нужны никакие дары. Это не какой-нибудь обычный знак уважения, болван. Да, великие духи волков не дадут тебе пройти, если ты отважишься. Ох, ну ладно. Прежде чем уйти, я наделяю тебе силой льда. Пускай этот ледяной топор вход с пользой и держи в уме, что холодное сердце ведьмы делает ее невосприимчивой к его ледяному удару. Пускай этот ледяной топор вход с пользой. Держи в уме, что холодное сердце ведьмы делает ее невосприимчивой к его ледяным ударам. Твой меч наполнен силой льда. Нихера не понял. Ага, ну ладно. Как-то странно, на самом деле. Короче, начало прикольное. Я успеваю удары делать, что за бред?
Не спрашивайте меня, что происходит. Слушайте, с помощью меча более легче парировать. Ау. Три удара. Ау. Ау. Ну, блин, а здесь два удара. Ну... Да уж. Ладно, придется учиться парировать с помощью этого меча. Сойдет. Примерно научился. Ау. Ау. Рано. Рано. Можно сейф? Спасибо. О, вот это я помню. Снова не проведете. Ну да, типа на каждого врага есть свое оружие. Ладно. Понял. Забейте. О! Я мог просто пробежать, в принципе, да и все. Сраные ловушки. Это
это... Сейчас, что за херня была, ладно. Я понял. Ага. Ну, допустим, я понял. А давайте просто пробежим. Интересно, туда вообще можно пробежать? Что за бредятина? Блин, придется бежать как-то. Пытаться, по крайней мере. Я не успел вообще заблокать. Боже. Просто по мне нужно 3 его удара, и я труп. Я начинаю тупить, но это сложно на самом деле. Пиздец. Срать. И что она говорит? Ты намереваешься превратить меня в волка, чародейка? Похоже, выбор у меня невелик. Не страшись, искупайся в лучах полной волчьей луны, что светит за моей спиной. Удачи тебе, избранный. Теперь беги. Как мчится дух волка. Да, главное сейчас... Фу, сейф. Беги, розовокожий, есть по охоте. Нихера тут уже гонки с волком.
Ай-яй-яй. Мне интересно, просто я бегу быстрее или медленнее? Походу быстрее немного. О, блин, а... Человек, зловещие силы, я тебе близко. Хоть что-то. Я понял. Надо, короче, просто вперед смотреть, как в обычных гонках. На перегонки, либо те же самые херни. Ой-ой-ой, чуть не попался. Тяжело дышать. Ты прошел испытание, человек. А я молодец. Хе-хе. Это сложно. Что-то вот, вот это вот непонятно сложный хер. Окей. Остановись, мешок костей. Эти пещеры мои владения. А теперь беги отсюда, поджав хвост или мои когти. Спорю тебе от глотки до живота. Гнусные слова из уст мерзкого отродья. Я сражу тебя. Принесу мир этому гиблому месту. Дерзни войти в мое логово, вонючая человеческая, и ты увидишь, кто здесь хозяин, а кто щенок. Умолкни, псина, твой скулёж оскорбляет мой слух. Волчьи пещеры. После гибели предводителей волков, эти древние пещеры остались без присмотра, и скверна Врола пропитала их священные залы. Грибы, раньше собиравшиеся для еды, обратились в ядовитые хищников, а гнусные мутации извратили прежде бездомных созданий. Это священная пещера волков. Здесь еще можно услышать духов древних и великих волков.
Русалочки, так, там переключатели, если что. Там еще стрельни какие-то странные. Так, если мне не показалось, меня там какая-то херня пуляла. У меня что-то зеленое летало. Но Артики, ну блин, задний фон красиво сделан. Многослойный. Во, видите, снова полетело. Зеленая херня в меня. О, большой череп красный. Ясно. Короче, как только он начинает удар... делается мах, надо... надо его атаковать. Потому что больше никак. Так, куда? Влево или вправо? Погоди! Впереди тебя ждет когти, растущие из грязной земли. Пронесешь сквозь их подгрявнейшие пузыри, и ты будешь подброшен в воздух. Ничего не понял? Понятно. Ау. Я не понимаю, что это за херня. Короче, понятно. Смысл туда был тогда идти? Вон оно что. А я что-то вначале не врубился.
Ау. Ау. Повезло. Ну так как. Это обычный типа враг. Типа, знаете, есть и сложные... Есть и сложные моменты, есть легкие очень моменты. А, все, увидел. Ох, если... А. Мне интересно, а в чем здесь ловушка? Там куда-то есть проход. Тут раз и сохранялки не было. Странно, мне почему-то казалось, что тут сохранялка была. Да уж. Mm.
Не бойся, человек, сегодня ты не моя добыча. И я не ищу с тобой ссоры, о, свирепый. Сегодня стая требует помощи человека. В награду за твои деяния тебе будет позволено жить в нашей стае до конца твоих дней. Ха, честная сделка, о, дикий король. Клыкастый господин, я благодарю тебя за твою мудрость, я не проиграю. Так, как раз я вот сохранился. Поэтому можно сейчас будет... Ладно. Уже не сможем сохранять. Где-то часть еще амулета. Готовься. Ау. Хранитель приближается, будь начеку. Ну, пока что повезло. Великолепно, я открою путь к следующему хранителю. Ай, блин. Кайф. А, и заново все. А, тут и сердце пропало. Я не видел! Тварь. Нихера себе. Вау, новая атака. Сука. Ну хотя бы, ну заебёшь. За что мне это... Да иди ты в жопу! Это сложная херня. Ой, бля.
Пиздец. Вот вторая сложная. Издеваешься? ГГ. Найс. Бам. Бам. Ну, давай, давай, пуляй. Голем, хорошо. Он такой же? Сердца нигде нету. Как же это сложно. Я делаю. Тогда блок, когда он атакует. Но у меня он не атакует. Не блок, что-то. Такая шопа. Вот это он какую-то резкую атаку сделал.
Я открою путь к последнему хранителю. Последний хранитель, ребят. Чтобы у меня жопа точно сгорела от всех. Сейф можно? Или это типа босс? Пожалуйста. Ой, сейф, спасибо. Добро пожаловать в мое логово, человеческое отродье. Я теперь я превращу твою плоть в кровавую квашню. Покажи на то, что ты способен, повелитель дворняк. Я понял. Теперь примерно понял. Ау. Ладно, не повезло. Нет, он меня ударил. А так, не, в принципе, всех боссов можно пройти без получения урона пока что. А так, чтобы почтить великого рогатого что-то там. Прекрасно, человек. Мы у тебя в долгу, брат. Теперь ты навечно стал частью великой стаи. Я верну тебя в твое человеческое обиталище. Да восторжествуют клыки и когти. Боссы, как вы видите, довольно легкие, но здесь все заточено на блокировку атак. Ох, это было очень жестоко. Ручаюсь, тебе требуется хорошая ванна и косточка, что поглотать. Ха, косточки. Умерь свою болтовню, уродливая ведьма. Бог-волк держался с честью и достоинством. Ох, да, я помню, какое их имена. Да только во владениях Варола от них немного и толку. Вперед же, к следующей мрачной земле. Так, ну что, у нас получается старый город открылся и канализация. Ну, канализацию, я думаю, мы тогда напоследок оставим. Смотрю, и тут, по идее, что должно открыться, типа того. Поэтому, ребят, мы с вами на этом заканчиваем. Потом всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.